Всем привет, ребята! И сегодня у нас появилась новая семейка. Вот. И я бы хотела вам рассказать две новости. То, что я сегодня суббота, и я буду снимать только по субботам. Вот. И воскресенье. То есть по выходным. Потому что у меня появились дела важные. Вот. И мы тут беременны, да, в этой семье. Я сама находила себе парня, вот. Мы даже еще не поженились. У нас в доме 2 этажа, вот. Так, кстати. Пашу надо поднимать навык пианино, потому что у него 4-й. Паша. Сыграть песню. Плюс. Ну, давайте эту. Кто-то зашел? У нас гости? Нет, я пускать тебя не буду, чувак. Ну. Он, кстати, уже 4-й уровень. Вот 4-й уровень. Это прикольно. Ладно, пока ты тут учишь, ой, поешь или что ты делаешь, Катрина будет рисовать. Ну. Игривая картина, кстати, очень классно. И, кстати, тут появилось такое обновление, то, что теперь можно под кроватями увидеть монстра, его можно пытаться опрыскать, но у меня уже это было 100 раз. Вот я даже детскую подготовила, вот. Потому что мы уже на 3-м триместре. И дом я, опять-таки, не сама строила, как всегда. Ладно, так и быть, давайте впустим гостей. Вот. Пригласить войти. Замечательно. Рожает, рожает, быстро, быстро. Рожает. И? И где? И чё? И? Давай, рожай. Она вроде бы рожает. Я что-то не понимаю. О, вот, родить ребенка в больнице. Присоединиться. Обязательно берем маму. Вот, берем маму. Только маму. Все, мы теперь будем рожать. Ребята, вот, я как бы рожаю уже 2-й раз, но 1-й раз я родила дома, а теперь я буду в больнице рожать. Вот. И это очень клево. Ну. Так, так вот. Ну и что так долго? Что так долго? И ну наконец-то. И кто будет принимать роды? Родить в больнице все. Я хочу мужа с собой взять. И пошлите. Пошлите.
Где? Где эта штука странная, вот. И чё? Давайте принимайте роды. Ну. Ну же. Кто мне будет принимать роды? Вот это врачиха, что ли? Или кто? Ой, Саша? Саша? Саша, ты что ты делаешь? И иди в туалет. Блин. Ребят, просто не обращайте внимания. Теперь так точно не должно произойти. Так, и все, сейчас будем рожать. Этот момент потрясающий. Все, пошли. Я вот эту каюту. Ну, давайте. Как бы мне сейчас сердце будут выдвигать, да? Офу, сердце. Не вытащили сердце. Кто там? Кто там? Кто там? Ну? Странно. Странно. Где мои дети? Кто у нас? Настя рожает девочку. Девочка! Блин, как классно! Пусть ее будет звать Катя. Класс. Это, наверное, самый шикарный момент в жизни. А, у меня пауза. Ласкать, давай ласкать. Какой милашка. А что у тебя животом? А вот все нормально. Все, давай вернуться домой. Ну. До свидания, мне пора. Мне надо следить за ребенком. Вот это как-то странно. Кроватка исчезает домой. Это как-то странно, это не по-жизненному. Ня-ня-ня-ня-ня. Ну, долго еще. Я, кстати, где-то несколько дней не снимала. Вот. Интересно, какая она у нас вырастет. Кстати, у меня есть мама, сестра. У мамы есть любовник. Ну, не любовник, а... Где ребенок? Где ребенок? Вон, тетя. Поговорить. И кого мы родили? Кого мы родили? Девочку. А в прошлый раз я родила мальчика. В семье Кефир, кстати. Я скоро буду в ней играть. Вот.
Фефете Белка. Веню. Фибало Ноем. Бемби Шелбо. И Нуда Ту. Подождите. Бемби Чило. Мербени. Патур. Это классно. Качать. Челки Тибу. Ну. Нет. Ласкать. Такси. Ну и на этом моменте я заканчиваю свою серию. Всем пока!